Привет, друзья! Решила сделать такую обзорочку, чем мастера ножевых дел себя балуют. Сейчас по порядочку быстренько пройдусь по названиям пород дерева. Это у нас зерикот. Тоже зерикот, только в такой большой палке. Здесь разлито, здесь 500 миллилитров тикового немецкого масла. Просто оно было в металлической упаковке, поэтому мне вот пришлось разлить в такие бутылки. Это у нас кокабола. Размерчик 150, 38 на 38. Крокодиловое дерево, оно же свинцовое, оно же монза. Так, это самшит, сухой, вылеженный, без всяких трещин. Пины, здесь клиент выбрал троечку, четверку, пятерку, в нержавейке. Длина где-то 160-170, ну то есть разные такие длины. Немножко цветного металла. Это латунь пятерка, есть латунь единичка, латунь 0,5, упаковочка, заготовка из М390. И немножко вот таких вот кубиков титана. Восьмерка, двойка, 0,5, тройка, то есть разные, какие-то с прорезями, какие-то без. И немножко, полкиложку настоящего карнаубского воска. В общем, вот такой заказик. Если что, обращайтесь.